Приятного просмотра. Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и мы с вами продолжаем играть Mega Noob Simulator. Ну что, ребята, сегодня я вам расскажу мега супер крутой баг, с помощью которого я сделал себе 42 перерождения. Ну как 42, ладно, 20 я сделал правильно, и 22 я сделал себе с помощью этого бага. И сегодня вы узнаете секрет моей прокачки. Давайте перед этим посмотрим, в топе я до сих пор на первом месте или нет. Ну-ка. Да, ребята, я в топе до сих пор на первом месте, 42 реберта. Но сегодня, я думаю, мы сделаем вместе с вами чуть побольше. Ну а перед просмотром, ребята, обязательно ставьте лайки. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну а сейчас я, ребят, буду вам объяснять все. Прям внимательно слушайте, что и как нужно делать, чтобы этот баг реально работал. Но перед тем, как начать, я думаю, вы лайк-то уже поставили, да? Да, поставили? Если не поставили, прямо сейчас ставьте лайк. Ну, короче, ребята, начинаем. Смотрите, мы телепортируемся с вами в космос. Хотя, можно было даже не телепортироваться. Окей, смотрите. У нас одеты питомцы, да? 4 штуки питомцев. Мы их снимаем. Этих питомцев мы снимаем, ребята. Давайте, заметьте, смотрите. Сколько у нас сейчас будет прибавочка. Смотрите, мы бьем. Сколько нам дают? 2500 нам дают, ребят, смотрите. Нам дали 2500, мы сняли всех питомцев, да, смотрите. Я вот еще раз прокликиваю, вы слышите, наверное, что это у нас пустые слоты, и здесь ничего нет. Теперь, ребята, мы нажимаем «Reset». И резко просто одеваем всех этих питомцев. Смотрите, мы их одели. Они у нас сейчас должны появиться. Смотрите, смотрите, внимательно смотрите. Они у нас появились. Также телепортируемся, ребята. И давайте мы сейчас попробуем убить вот этого паренечка. Сколько нам дадут? Нам дали 10 тысяч, ребят. Вы поняли, да, прикол? Нам плюсанули иксанули силу, смотрите. И плюс 10 тысяч сразу дают. Но это еще не все, ребят, смотрите. Мы можем этот прикол стакать, смотрите. Ну, этот баг. Также, смотрите, мы все удаляем. Всех питомцев абсолютно. Главное подождать, ребят, чтобы у нас вот здесь вот немножко простой был, что как бы да, здесь ничего у нас нет. Мы с вами также нажимаем Escape и делаем Reset. И также резко, быстро одеваем всех питомцев, ребят. Вот мы появились. И сейчас я вам покажу, что же будет теперь. Вот, смотрите, мы телепортируемся снова в космос. И смотрите, что сейчас будет. Смотрите, смотрите, сколько нам дадут. Смотрите, сколько нам дадут. Нам дадут 15 тысяч. Ну-ка, а сейчас нам снова дали 15 тысяч, ребят. Было 10, стало 15. То есть, смотрите, ребят, мы можем вот так вот стаковать. Смотрите, мы убрали, мы все убрали. Делаем ресет. Одеваем, одеваем вот так вот все. Даже можно не телепортироваться, смотрите. Мы вот здесь сейчас появимся, большутки. Хотя, я, ребят, иногда баговался вот здесь, и поэтому я всегда телепортировался в космос. Но давайте попробуем без этого. Теперь снимаем их, теперь также снимаем их. Давайте делаем ресет. Так, ресет. И также их одеваем. Вот так одели. И теперь давайте попробуем телепортироваться и посмотрим, сколько нам будут теперь давать вот это за обычного бекончика. Смотрите, раз... 25 тысяч, ребят, уже 25 тысяч. И давайте мы, знаете, сейчас попробуем застыковать так, чтобы у нас было 100 тысяч. Было бы очень прикольно. То есть с одного моба, ребят, нам будут давать 100 тысяч. И это нехилый результат. Смотрите, сейчас еще взорвется. И сколько нам дали? Офигеть просто, дофигище. Ладно, давайте мы вот так же снимаем, ребят. Снимаем всех питомцев. Так, все абсолютно проваливайте. Вот так, делаем ресет. И сразу же, ребята, вот так одеваем их. И давайте-ка провернем эту же... Этот же баг прямо здесь на респавне. Так, теперь мы их убираем. Теперь мы их убираем, ребят, чтобы ничего здесь у нас не было. Во-во, они, видите, как-то с лагами, с багами убираются. Ну, окей, ладно. Теперь, ребята, мы делаем снова ресет. Главное, чтобы меня кто-нибудь сейчас не пропалил. Вот, все. И теперь, ребята, мы с вами можем телепортироваться туда. Давайте мы так сейчас туда телепортируемся. И посмотрим, сколько нам будут давать теперь. Ну-ка, сколько ты нам будешь давать? Ну-ка. По 20... Подождите-ка, по сколько? По 35 тысяч, ребят. По 35 тысяч нам уже дают. За, короче, по 5 тысяч за каждый вот такую вот манипуляцию с питомцами. По 5 тысяч нам дают, смотрите. Сейчас мы вот так вот также их снимаем. Снимаем и делаем ресет. Ресет, вот так одеваем. Сейчас нам будут давать по 40 тысяч. Давайте мы сейчас также дождемся. Ну-ка, давай. Главное увеличиться, ребят. Ресет не делать, когда вы маленькие. А то это очень и очень плачевно кончится. Вы просто зависнете и все. Давайте ресет. И также одеваем. Знаете, что еще самый прикол? Fire
вот этот питомец, он тоже стакуется, ребят, и с каждым ударом потом у вас будет зажигаться бекон. То есть это очень прикольная, ребят, штука. Давайте ему так же ресетик. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас уже нам дается, наверное, по 50 тысяч. Если мне не изменяет память, вроде бы должно сейчас даваться по 50 тысяч. Давайте мы вот так снова их снимаем, ребята. И, я не знаю, сейчас попробуем так достыковать до 100 тысяч. Если у нас получится, реально будет прикольно. Давайте сейчас проверим, сколько у нас уже там. Ну-ка, телепортируемся вот сюда, в космос, и посмотрим, что же у нас из этого получилось. Ну-ка, по 55 тысяч нам дают, ребят, уже. По 55 тысяч. У меня примерно столько же давали, когда я записывал видео с топом. Да, ребят, смотрите, по 55 тысяч. 55 тысяч, я не знаю, стоит ли оно того пытаться мне делать, чтобы было по 100 тысяч, я не знаю. Ну, давайте просто для прикола попробуем. По 100 тысяч нам сейчас будут давать, и я, наверное, даже смогу себе сделать за сегодняшнее видео штук 5 ребертов, а почему бы и нет? Я, кстати, сейчас уже могу сделать реберт, смотрите. Я сейчас могу сделать реберт. Так, а где у нас реберты? Вот здесь реберты. Давайте мы сделаем ребертик. Ну-ка, могу же сделать? Ай, чуть-чуть не хватает. Давайте вот этого убьем. Вот тебя мы убиваем, и нам хватает, да? Не, не хватает. Еще чуть-чуть. Давай вот этого убьем тоже. Я вот так, блин, без камеры бегаю, ничего не видно. Вот, все, нормально. Ребят, делаем реберт сразу же. Сразу же делаем реберт. Сделали 43-й реберт. И давайте мы бежим сразу же вон туда. И, знаете... А, кстати, вот прикол, ребят. Еще, смотрите. Вот сейчас мы с вами сделали реберт. Мы с вами можем даже не покупать питомцев. Смотрите, мы с вами настыковали до определенного уровня, да, например. Ну, вот я сделал 55 тысяч, да. И сейчас, смотрите, мы с вами возвращаемся в космос вот такими малюськами. И у нас стаки не пропадут. Ну, то есть, как его, X к силе он останется. И нам не надо даже никаких питомцев, ничего одевать. Мы просто сейчас с вами, смотрите, одного поджигаем, и все. И у нас сразу плюсуется там 50 или 60, я не знаю, может быть даже уже 100 тысяч. Сейчас мы вместе с вами это проверим. Я потому что последний раз, когда вот так вот убивал, поджигал бекона, там где-то 70 что ли тысяч давали. Но это смотря сколько ты вот так вот ресетался. И очень интересно, ребят, давайте сейчас посмотрим, сколько же у нас будет прибавочка. Ну-ка, поджигайся, вот он поджегся. И давайте смотрим, 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 смотрим. 51 тысяча, ребят, 51 тысяча. Неплохо, неплохо. Ну, то есть, смотрите, ребят, вот сейчас у меня 43 реберта, и я вот в текущем состоянии могу сделать себе, ну, штук 100, наверное. Штук 100 ребертов, просто вот так вот бегая, и быть в топе 1 до того, пока это не выйдет видео, ребят. Потому что, когда это видео выйдет, мне кажется, мои подписчики, да и не только мои подписчики, все сразу абсолютно узнают про этот баг и будут им пользоваться. Конечно, мне даже жалко разработчика, если... Ну, а чё жалко-то? Он исправит, я думаю, сразу этот баг, когда он выйдет в свет, когда будет массово люди им пользоваться. А так, если бы про него никто не знал, его бы, наверное, никогда не исправили. А так, ребят, он... Про него все сразу узнают, и бац-бац-бац, его сразу же исправят. Ну, смотрите, ребят, уже почти миллион у нас накопилось. Я также, смотрите, просто бегаю, и... Они поджигаются и умирают. Просто от моих ударов. Просто, просто. Это просто изи, ребят. Это изи прокачка, смотрите. Я даже ни разу не умирал. Я, ну, смотрите, у меня жизни немножечко. Я на грани прям бегаю, но я ни разу не умирал, ребят. И смотрите, я прям... Ой, а что-то как-то больно, слушайте, бьются они. Но я сейчас, похоже, возьму еще один реберт, даже не умерев. Ай, блин, все-таки умер. Ай-яй-яй, ребят, смотрите, чуть-чуть не хватило. Вообще чуть-чуть. Офигеть, капельки совсем не хватило. Ну, смотрите, мы можем также купить, например, вот этих питомцев. Вот этого питомца. Даже, наверное, мне кажется, одного, ребят. Ладно, давайте двоих возьмем. Я просто, как по привычке, всегда беру вот этого, потому что он, ребят, огненный, он... Ну, классный. Он тоже дает очень хорошую прибавку. Смотрите, ребят, мы вот так вот убираем это все дело, делаем ресет. И вот так вот, вот так, вот так, вот так, все, одеваем. И давайте сейчас посмотрим, сколько у нас... Ну, было 51 тысяча, сейчас будет, скорее всего, чуть-чуть побольше. Давайте мы с вами телепортируемся и давайте-ка посмотрим, 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 посмотрим. Вот до этого сейчас бекончика мы добегаем и смотрим, бац. Ну, давай, умирай, умирай. Что-то он долго горит, долго горит. 61 900, ребят. 61 тысяча. Нам плюсанули еще 10 тысяч. Неплохо, неплохо. Смотрите, у меня уже 1,5 миллиона, я могу сделать себе еще один реберт. Да уж, кстати, смотрите. Можно даже, когда вот так вот вы реберт делаете, можно вот так вот снимать их.
Хотя, я не уверен, нет, в этом я не уверен. Ладно, давайте, ребят, делаем еще один реберт. В этом видео, я уже не знаю, какой по счету, вроде бы второй или третий вроде бы даже уже реберт, ребят. У нас 44-й. Ну и вот такой вот баг, ребят, я вам все рассекретил, рассказал. Вот, смотрите, теперь я могу сейчас просто так же, не выходя из игры, сделать себе 45-й реберт и быть в топе, на первом месте. Ну, блин. Мне кажется, как только выйдет это видео, через день, через сутки я, наверное, слечу с этого топа, потому что все узнают про этот баг и все им будут пользоваться. Вот, ребят, смотрите, я сейчас бегу. Ну, кто, может быть, еще не совсем уверен, что этот баг рабочий. Вот, ребят, смотрите, я уже перед вами сделал третий или четвертый, или какой там, я уже не знаю, реберт. Напишите в комментариях, а то что-то я уже запутался. И, ребят, я полетел в космос, я улетел в космос, и сейчас буду поджигать бекончиков, и у вас прям на глазах возьму 45-й реберт. Три реберта, подождите-ка, мы взяли, получается, 43-й, 44-й, 45-й, мы три реберта с вами возьмем, три реберта, у меня же было 42, да, ребят, что-то я думал, у меня было что-то слишком мало, но нормально, нормально, ребята, смотрите, 58 тысяч сил, но перед тем, как бить вот этого бекона, ребят, тоже такой маленький секретик, лайфхак, лучше не подходить, а вот так вот подождать, пока трансформируюсь, потому что, когда ты его бьешь, он просто-напросто горит, но у него какой-то иммунитет после того, как вы трансформируетесь. Смотрите, ребят, нам поскольку дают, давайте-ка посмотрим, поскольку нам дают, поскольку, не вижу, ну-ка. Поскольку? По 58 тысяч, ребят. По 58 тысяч, почти по 60. Ну, я сейчас возьму 45-й реберт, ребят. 45-й реберт. Интересно очень, после этого видео, сколько ребят новеньких добавится в топ. Потому что, мне кажется, вот так вот, чувачки, многие будут пользоваться этим багом. Можно даже, знаете, сделать сегодня 50 ребертов, чтобы вообще с этого топа не слетать, пока что не слетать. А потом, когда уже выйдет видео, я, ребят, знаете, вот это видео я записываю заранее, за 2 дня до того, как оно выйдет. Чтобы можно было хотя бы хоть чуть-чуть посидеть в топе. То есть это видео, ребята, вы увидите через 2 дня, как я его записал. Вот сейчас я его записываю, и через 2 дня вы его только увидите. И, возможно, меня уже не будет в топе. Хотя я, ребят, уверен, скорее всего, я так и останусь в топе. Хотя, знаете что, я рассказал про этот баг Джузи. Возможно, он меня обгонит и сделает тоже такое же видео, что он стал топ-1 и расскажет этот баг, потому что, ну, я ему разрешил, он спросил у меня, я ему разрешил, сказал, конечно, делай видео, если хочешь. И я ему рассказал этот секрет, ребята, самому первому, и он, скорее всего, так же, как и я, прокачается. Кстати, у нас уже 2 ляма, я что-то заговорился. Делаем еще один реберт, ребят. Подождите-ка, да, я сделал еще один реберт, у меня 45 их. У меня 45 ребертов, ребят. Да уж, вот это жесть. Давайте мы сейчас вон туда сходим, к доске топа, и посмотрим ближайшие 37 ребертов, ребят. Ну, мне кажется, что Джузы меня догонят. Ну-ка, давайте посмотрим. 42, ребят, пока у меня не обновился, даже смотрите. Статистика даже не успевает обновляться, ребят. 42 реберта, а у меня уже 45, просто за одно видео. И я, конечно, такого не ожидал, что здесь будет такой баг, такая, знаете, секреточка. Но надеемся, что ее исправят, ребят, и посмотрим, что будет дальше. Всем, ребят, большое спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч, пока-пока!